Ну, нормально, как. Мне нравится вообще. Ну, я тебе говорю, знаешь, если так трешака какого-нибудь, если, блядь, то я в четвертую играю там, блядь. На карте метро, блядь, и там вообще пиздец под металлово ебануто, или в заперти, блядь. Если так чисто расслабиться, короче, и это самое, блядь, пощелить, то это, блядь, ну, пятая вообще нормально. Для щелянства вообще просто охуительно, блядь. Чё ты, бля, это с Вингманом бегаешь, бля? Я думал, нахуй ты сам. На, да сейчас я разогреюсь. Ага. Ну чё тут один, да? Давай, давай сейчас я. Давай сейчас я тоже возьму, погоди. Так, где тут он? Да мне просто после титанов вообще никакой шутер не привлекает. Вообще, все скучно. Да ну не знаю, нет, батла пиздатая, мне нравится вообще, но. Ну я тебе говорю, такой вот про дезматч. Чтобы вот так вот на маленьких картах попатиться. Не в кс-очку же играть. Ну нахуй ты, чё? Ахуя, слышь! Ебать вообще, ёп, это рандом был, нахуй. Я охуел сейчас сам с этой хуйни. А, ну. Не знаю, мне даже вот сильно играть не хочется. Воу. Это самое какое. Я тебе говорю, тебе надо просто отвлекаться от этой хуйни вообще и всё, бля. Я вон ставлю этот самый, как его, блядь, тоже. Ну, играю в этот Destiny, короче, иногда такие, блядь. Ну, игры, знаешь, так чисто отвлечься прям. Я не могу в эти игры играть вообще. Почему? Я умираю просто. Мне скучно становится. В смысле? Ну вот я сижу просто, да, вот смотри, NPC бежит. Ну. Как тогда в Destiny-то играли? Ну, мне прям было ультра скучно. Ага. У всех NPC там много хп, ты сидишь, это дрочишь. Ганом. Дробовиком там 1000 лет тратишь на то, чтобы убить, у тебя в итоге там еще и оружие ломается. А или она не ломается, по-моему, боезапас истощается. Не ломается. Просто патроны заканчиваются и все. Ну, типа, по-моему, это очень нудно. Ну, чисто с работы, да, но у меня слишком много времени. Не-не-не, вообще ничего, блин, у меня так. Это самое, мне нравится вообще там, как игра сделана, как мир вообще проработан. Не знаю, у меня, ну, красота прям. Такая атмосфера пиздатая, мне нравится вообще очень. Поставь Unreal себе 4, блядь, поставь ебанутых ботов, нахуй, вообще. И поставь инстагиб, нахуй, который оружие, которое с одного, бля, выстрела убивает. И все, я тебе говорю, ты пухнешь вообще там просто, ну. Просто пизда, нахуй. А что там, боты жесткие? Блять, о, Зератол зашел. Зерат, почему мы всегда Зератол называем? Блять, я не знаю, называй его Зря просто. Называй Зератол. Его просто петух и все. Сейчас, блядь, придет тут своим каром ебаном, блять, нахуй. Весь баланс, эй, нахуй, испортит, бля. О, 2 на 2, заебись, слышь, я. Да, играю, ползу. Наконец-таки. Наговорился, значит, сейчас мочить будет. О, да что со мной не так, а я просто не могу собраться. Да я тебе говорю, не тебя просто, тебя не просто, блядь, собраться. Тебя просто заебала эта игра, нахуй, и все, я. И все, я тебе отвечаю, тебе надо, нахуй, отвлечься и поиграть в другую хуйню просто, блядь. Нахуй ты запариваешься, задрачиваешься, блядь, это самое, играешь в одно и то же. Это ж хуйня, блядь, я. Да. Я даже не знаю, сколько я наиграл, статистика не ведется в Норстаре, но в Норстаре, наверное, уже 400 часов наиграл. А я через этот, кстати, через обычный, короче, Titanfall запускаю, через пропись, короче, там, бля, в свойствах игры, и там учитывается это самое даже время в игре. Да? Да. У меня вообще ни хрена не учитывается. Не, ну ты через ярлык Норстар заходишь, да? Да. Вот. А я в свойствах игры, короче, ставлю этот, как его? В свойствах игры прописываю тире Nordstar, короче, по-моему, так я. Вот. И, то есть, он через обычный ярлык запускает Nordstar и все. И учитывает время еще. О, понятно. Левый, хуя, блядь. Ну, я на одного, да, честно. Да не, ну и просто вы так... Вы так просто вылетели, блядь, вообще жестко. Как ты меня убил сейчас? Вообще не ебу, как я тебя убил, блядь. А, надо обойму поставить на 8 пуль.
тебя это самое, что ли, как его, блин? Не, не расширенное? Не, у меня быстрая перезарядка и... Этот, спецумение перезаряжать быстрее. Ага. Не, у меня, закинул. Блядь, у меня стандартный вообще, это расширенный магазин, блядь, и нахуй. Не, так это нормально вообще. К этому привыкаешь. Это у контрабандиста все равно есть преимущество. Не так уже все надоело просто в этой игре. Хм. Сегодня не, сенсея это... встретил, я вообще не понимаю, как он так играет. Кто? Сенсея встретил. А-а-а. Вообще не понимаю, как он так играет. Че он, а че такое? Ну, так он мне там говорил, что у него больше всех киллов. Ага. Вообще, типа, за все время, да, игры, то есть, ну, он единственный, у которого больше киллов. Ну, я не знаю, ну, он просто, ну, зверь настоящий, ну, он просто руки падают, а так хочется победить. А мне лень, мне просто уже лень. Поиграй вообще в какую-нибудь другую хуйню, блядь, там не обязательно это самое. Не, ну я играю в синглплеерные игры, там Dishonored 2 я вот скачал. Там, ну не знаю, вообще какой-нибудь другой жанр прям даже, блядь, я... Жанр? Да. То есть я, блядь, вообще, я тебе говорю, я иногда угораю тут, блядь, короче, этот я... Кар-механик симулятор, блядь, например, вообще просто вот я тебе говорю, там... Ну, это подожди, Симмер, да, Симмер, типа, там летняя. Симулятор, бля. А, ну ты про это? Да-да-да, эта хуйня у меня тоже есть, ёп. Она вроде прикольная, но я в неё не играл. Вообще играла, охуенная там, тачка, но... Ой, тачка, блядь, игра. Это самое. Но, блядь, там без этого, как его? Без Ютуба, без прохождения, хуй ты вообще что сделаешь, ёп. А там, по-моему, все на английском. Не-не-не, есть на русском, нормально. Пока ты, блядь, этот двигатель соберешь, я даже, блядь, я даже по руководству на Ютубе, нахуй, собирал этот двиган, и нихуя у меня не получалось вообще, у меня тачка один хуй не заводилась. Я вроде все нормально делал, блядь, но все равно не прокатывало что-то, блядь. Бывает. Пиздец. Ну да. А так, так игра пиздатая, заливная вообще, на самом деле. Да я по тебе попаду-то, бля, уже, нахуй. Да сколько можно попадать? Я нахуй не могу по тебе попасть, это этот петушара по тебе попадает, а я не попадаю. Если я буду стоять, ё-мо, то меня Зерато убьет. Грей что-то подвисает, я. Залипает в воздухе что-то он, я. Ну, разок попал, ладно, хуй с ним. Кто? Это кто такой? Это кто такой, бля? Это кто такой, бля? Это я. Это я, бля. Я! Воу! Тихо! На, в голову! Нет. Ну все, началось, все, вот он, все, вот он. Ну все, сразу скучно с ним становится играть. Да пошел он, бля, вообще, ёпта. Он там сидит, старается, потеет, вот вороты делает. Нельзя пофаниться, просто посидеть, поиграть нормально. Все, без фигни. Согласен. А не сидеть там киберспорт устраивать. Да хули, блядь, ё. Хули ты говоришь? Это, блядь, печальный человек вообще, блядь, ё. Да. Очень печально, блядь. Кстати, ел арахис? Сырный. Кого? Ну, сырная оболочка у арахиса. Такие приколы, короче, есть, продаются в магазине. Сегодня вот себе купил арахис. Вообще, сижу кайф. Не, я что-то даже не это самое. Куда пошел? Ну-ка иди сюда. Вообще не ешь, что ли, орехи? Не, почему? Я знаю, что я орехи, короче, покупаю вот для этого, как вот. Я после зала творог, короче, хаваю. А, мышцу, да? Да-да-да. Короче, творог с бананом, короче, и с этим я себе ебашу. И с орехами вот как раз. Ну, иногда с изюмом, короче, еще. Ну, ты вот этого петуха убьет! Я не могу, нахуй, да. Я по тебе вообще не попадаю даже, блядь. Это только, нахуй, попадает я. Но мы, кстати, все равно проигрываем.
Не могу, вообще что-то не могу. Что ты на месте встал-то? Ну, а вон потому что разброс ебаный. Вот я прицелом вообще не могу. Че, давай за трафика. За трафика? Ну, трафик, да. А какая-то карта тоже норм. Нет, ну все равно, ну, выбирать-то надо один хуй, че я. А еще 9 минут. Она же еще. Да вообще похуй, я сразу выберу, да и все. Потом забуду, у меня аж память пиздец вообще. А, ладно. Я ебал, это память, это вообще пизда нахуй. Там же. Коронкой болел? Там же. А? Коронкой болел? Ну, в легкой форме. Да не, у меня это самое, у меня с памятью с детства такая хуйня. Не, у меня тоже память плохая. Только у меня из-за сотрясений. У меня тоже есть. Да хватит по мне стрелять уже, ну ты. У меня ну тоже сотрясение дохуище, бля. После тренировок, блядь. Ну это такие. Ну не прям такие серьезные, чтобы у тебя прям с каждого удара гематома выходила. Нет, ну ты че, нет, это профессиональная хуйня. А так-то, блядь, это. Ну все равно неприятненько как бы, блядь. Что за ротол делает, офигеть? Да я вообще не знаю, что он делает, бля. Я вообще не знаю, нахуй он сюда пришел, блядь, я еблан, блядь. Че это было вообще? Че? Это два лица такие, стоите, стреляйте по мне. Я стреляю, ни разу никто не попал. Да хули мы тут стрелки, ебать, я. Мы ж стрелки, ебать, ё. Я, бля, не знаю, как вообще, как ты, бля, прицельным еще попадаешь? И у меня вот, я целюсь, и мне нихуя не видать вообще сразу. То есть, если я без прицела, бля, хотя бы стреляю, я хотя бы вижу, хотя бы чуть-чуть, куда стрелять. А если прицеливаюсь, это... Пизда, нахуй, вообще, так, я не могу. Уточнение, еще уточнение для тебя, я на 4:3 играю. Разрешение у меня другое, не Full HD. А-а. У меня модельки шире. Так, ну-ка нахуй, бля. А, да где мой кореш-то? Какого черта он покинул игру? А так он, наверное, завис. Мастер мувментас. Хорош. Он завис, я думаю. А, нет, он сейчас опять переподключается, походу. А, нет, другой чел зашел. Вот он-то, наверное, сейчас игру и испортит, раз не поймет сразу, что нужно на ведомых играть. Ну да, да. Так, Арик возьмет какой-нибудь, там заросло сразу. Ой, пар взял, воу. Стопудово, блядь. Все нам нахуй испоганят, всю хуйню. А так можно же ставить это самое чисто, блядь, чтобы было одно оружие там, например, блядь. Я видел такую хуйню. Я где-то даже видел такую хуйню, что нельзя выбирать какое-то конкретное оружие. Прикинь? Да, это режим такой есть. Да, я видел, вот, например, как-то попался, блядь, на какую-то карту, хуя, вот это рандом был, я просто так стрельнул. А, ты меня убил, что ли? Да, это я тебя убил. Я думал, он меня убил. Нет. А у тебя АФКшник, кстати, по-моему. Вот это самое, то есть там нельзя было выбирать чисто кар. То есть все оружие можно, остальное, а кар нельзя было. Парню нормально, что было. Спитраж тоже хотел то же самое сделать. Че? Спитраж тоже самое хотел сделать. Убрать Иона там. Да. Угу. Кар убрать хотел. Блять. Ой, как он мне надоел уже. Ну просто... Я не хочу играть. Кстати, что там насчет Даниэла-то? А че? У него жопа пригорела или что? Почему? Я так и не понял, о чем он. Почему? Ну, типа там что-то пишет в комментариях под тем видеороликом, что там. А че? Типа, про Толь. Про Толь, это там мои друзья. А-а-а. Ну не, это он просто объясняет, типа, он мне тоже говорил про эту хуйню, только я сначала думал, что он говорил про веселых, блядь, задорных, блядь, там я хуй знаю, что он там говорил, короче, типа. Я думал, это он просто угорает.
А это, блядь, реально там, типа, блядь, это самое, расшифровка там, может, их какая-то вообще или чё, короче, но... Не-не-не, он ничего, это самое, нормально все. Ничего там... Просто не знаю, блин, что-то... Он, мне кажется, неправильно что-то понял. Да не-не-не, нормально. Все нормально. Я это самое... Я у тебя хотел спросить, что-то в прошлый раз, по-моему, что-то ты как-то на него прям вообще резко, по-моему, реагируешь-то, нет? Мне показалось, мил. На что? Ну как-то, я не знаю, это... Блядь, я не помню, что-то ты ему ответил, блядь. То ли еще что-то. Ну как-то, блин, мне казалось, как-то прям грубовато вообще. Я думаю, блин, а что ты так это самое это прям... Что-то не понимаю, о чем ты. Бля, я вот не помню. Вот сейчас, на самом деле, что-то я не могу вспомнить вообще, что про что это. Я зайду на тот видеоролик. Нет, это было вчера, вот, и это самое, когда вот мы вот играли, бля. Ну. Вот, и чё ты, бля, чё ты ему сказал? Бля, я не помню. Но я тебе говорю, я вот помню, что я, короче, вот что-то подумал, думаю, что-то, блядь, это... Что-то как-то не быканул, так. Быканул, 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 да, что-то думаю, что такое-то? Что-то я не понял, что я такого сделал-то. А-а-а, всё, я вспомнил. Ты, короче, это самое, я видос его смотрел, где он щелит-то, короче, блядь. И ты написал, типа, короче, типа, ебать, ну, типа, нахуй щелить, типа, на это скучно смотреть, типа, короче, такую хуйню. А, ну так и чё, вот. Так это свет. Не, ну просто, блин, этот, как его... Он же может нормально играть, типа, с Хэмлотом. Ну может, да, просто. Он просто щелит по приколу. Это просто, самое... я не знаю, но я как бы все видосы смотрю, да, я там единственный зритель у него. Не, я тоже, чё ты, я тоже. Твой единственный комментатор. Это самое. Не, ну просто, я это самое, я ж тоже, я тоже иногда щелю и, как бы, это самое, я думаю, почему ты мне тогда такого не писал, но... Я просто не понял, мой первый друг, и это Достоевский говорит с вопросом, а теперь я тифрушник. Я вот в конце не понял, кто это начал, типа, и что это Достоевский говорит, а что под ним подразумевается. А я там не такого знаю. Сказал? Ну там просто порофлили столь. Не знаю. Там, оказывается, какая-то просто аббревиатура странная. Там странная такая аббревиатура. Типа ультра челики, забивные. Да, да, да. Там да, они да, не да. мещаются. Так а как типа это расшифровывать-то? Ну это, я говорю, там это самое типа. Интуитивно никак не понятно, типа вообще. Типа это, поместилось только толью, да, и как я это сам в комментариях написал. А что ты что-то понимать-то просто, ну? Толь. Какой-то, какие-то кореша у него были, с которыми я там 4 года играл. Ну да, были там это самое. Ну вот он написал там, как он один, кто там, блядь, какой-то чел, короче. В общем, вот этот ник я видел, я помню его, да. Ну я видел ни одного даже чела, который вот с этим кланом, короче, блядь, то есть, ну... Не только Дониата. Вот как раз Дониата, кстати, я там и не видел, блядь, в этом клане, блядь, почему-то. Может, я просто внимания не обращал. Да что это такое? Чё? Да я запутался, потерялся. Ага. Ну какой Зерато Даун, что он делает вообще? Ну просто не можешь нормально играть. Стены так прикивать. Они просто как, знаешь, как просто сел, вот, стоит на земле и стрейфится ага. влево-право. Ага. Еще большими это... промежутками. Ага. Нельзя просто вот в прыжке там в воздухе. Ну да, чё, блядь, а спит на земле, когда он. Ну да, да, да. Ну, блядь, петушара, чё я хули, чё, блядь. Чё, чё? Главное победить просто. Чё, вот тут, чё тут, блядь, пока чё тут спасибо. Сказать нахуй? Ну, блядь, чувак просто самоутверждается, блядь, такой, типа, блядь. Вот. Да нет, он, наверное, бы сказал, я типа настолько скилловый, типа. Да, я настолько скилловый, блядь, сука, нахуй, ёб. Ему нахуй, сука, после, блядь, одного блеща, нахуй, я бы ему, сука, скилл его весь, нахуй, закончил бы, блядь, я бы сучара, но... Скилловый, блядь, да и хуй с ним, чё, ну, скилловый, скилловый, в рот его ебать, чё я, блядь, ну, умею чувак играть, да и хуй с ним, блядь, я... Просто, ну, не надо всю хуйню в соревнования превращать, я... Вот чё, мол. Мы так, видимо, хреново бедра залетели. Не знаю, мне нормально вроде. Я даже 19 раз кого-то убил. 19? А так меня, наверное, убил. Ну не только, почему? Я Грея тоже убивал.
Опять завис. Но! А, хорош! Это шлинал. Да. А, нет, одно в тело. Да, 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 один в тело, это сам.